вчера день рождения был, братан. Че? Пизда, нахуй, реально день рождения был. Блять, такой пиздарец попали, нахуй. Просто, блядь. Шли, короче, блядь, разведка боем была, нахуй. Попали в жесткую засаду, блядь. К этому батальону, блядь. Ебаному, как это называют. Азов, нахуй. И сам нас обстреляли со всего, что можно. АГС, танки, артиллерия, блядь. Даже шрапнель, блядь, братан, был. Шрапнель, нахуй. Меня, блядь, да. Мины ложились, нахуй, пиздец, в 10 метрах, блядь. 5 штук легло, я не знаю, как вообще нас не задело, блядь. АГС уложились, нахуй, и вообще чудом, блядь. А кто ехал? Ну, чё, нашим, короче, блядь, РТГР ехал, рота там одна, и мы минометка, блядь, а комбат, нахуй, блядь, командир батальона, нахуй, минометку с собой тащит, блядь, прикинь, в колонии, и мы попадаем в засаду. Не сзади, как нормально, блядь, люди, нахуй, а попали... С ним в колонии шли, попали в засаду, блядь, отстреливались, нахуй. Нас потом, блядь, артиллерия по полям, нахуй, таскали, блядь, ну, ебашили. Танк за нами гонялся, нахуй. Пиздец, там все минометы Урала там позастревали в болоте, нахуй, побросали. На трех мотовыгах еле как там толпой, блядь, выехали, блядь. Из 150, нахуй, 50 человек выехало, блядь. Да ладно, нахуй. Угу. Остальным пизда? Ну, остальные там 200-е, 300-е, и потом еще, блядь, вроде как, кто там оставался, еще, наверное, ну, может, человек 20, блядь, выехал. А это где был? 300-ми, под Харьковом, блядь. Отправили нас, блядь, на Харьков, долбоебы, одну роту, ебнутые вообще, блядь, мы 1/4 часть пути прошли, блядь, которые должны были пройти, должны были, там, до одной деревни дойти и занять ее к 12 часам. А мы, блядь, ну четвертую, мы тупо, блядь, от границы в 10 километрах были, прикинь. Там первый поселок, нахуй, блядь, бой приняли. Короче, пизда, нахуй. Это хуйня. По нам сегодня самолет ебашил. Хуя себе, блядь. Мы не успели тронуться, блядь, какой ебать, нахуй. Ну заебись там в голову колонны. То ли слушают нас, то ли чё, потому что, блядь, типа, блядь, 7 утра, начало движения, где-то 7-10 там. Чуть дальше головы колонны, как уебал, нахуй. Ой. А нам повезло то, что они нас ждали, короче, с другой... Они неделю нас ждали, прикинь, там языка взяли. Ждали неделю, нахуй. Уже готовые были, блядь. В поселке там передали, нахуй, кто идет. Вот, они ждали нас, грубо говоря, что мы прям на них выйдем. Ну, с фронта. А мы, грубо говоря, посадку зашли вовнутрь посадки и параллельно к ним шли. И они пока перенаводились, блядь, всю артиллерию. Тупо, нахуй, туда пристрелены не были. Вот, ну и, блядь, только это повезло, что они ждали, нас наведены были на другую дорогу, и все. А так пошли бы другой дорогой, нахуй, все, совсем было. Нет, мы на месте, короче. Да у нас тут, блядь, этого батальона сводного 80% в отказ идет, короче. Нахуй, я ебал, я тоже в отказ, блядь, мясом идти, блядь.